Привет, друзья, канал Мусолимп. В работе у нас Ford Mondeo. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем заднюю, уже обработанную арку. Максимально обрабатываем поверхность. Толщина компонента достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем некое время, чтобы все подсохло, чтобы установить на место подкрылок. Поставить колесо, но пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки, такой вот шумовибропоглотитель. Он двухкомпонентный, черный это у нас вибропоглотитель, серый это у нас шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Слева от меня голый, справа обработан. Сами можете услышать разницу до обработки, после. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!